Всем привет, дорогие друзья. Столкнулся на ноутбуке вот с такой проблемой. То есть вот я двигаю курсором, но он как бы зависает. То есть он может какое-то время двигаться, потом зависает на 1-2 секунды и снова двигается. Стоит система Windows 10 64-битная. Вся проблема возникает с того момента, когда устанавливается драйвер видеокарты. Видеокарта здесь HD 8200 R3 Series. И вот после установки драйверов на эту видеокарту такая ситуация возникает. Сейчас я вот доберусь, если до видеокарты удалю ее, то покажу вам. Вот видите, как бы курсором с такими рывками. Так. Изначально думал, что проблема в жестком диске. Начал проверять набитые сектора, но ничего такого не обнаружилось. В итоге все равно решил поменять жесткий диск на SSD, но ситуация не улучшилась. Также добавил оперативной памяти. Сначала поменял, потом добавил. Ситуация не поменялась. И вот уже начал искать причину конкретно в драйверах. И никак не подумал, что все это проблема в видеокарте. Вот, сейчас я удалил. Сейчас все отлично. Курсор бегает, прыгает. Но это до того момента, пока драйвер не установится вновь. А он тут почему-то устанавливается, хотя в настройках отключена установка драйверов принудительно там или как-то. В общем, их нету, я их не устанавливал, но тем не менее они вот сами по себе втыкаются, устанавливаются. Вот. Когда стоит такой базовый видеоадаптер Microsoft, он какое-то время тут стоит, но потом, короче, он снова убирается и ставится уже вот этот драйвер, который должен быть в системе. Вот. Ну, который подходит для данной видеокарты якобы. Ну и проблема, в общем-то, решилась таким образом. Все современные драйвера, начиная с 15 версии 15.7.1 и выше, точнее 15.7.1, и после нее уже вот выше драйвера почему-то шли с каким-то глюком или что. Короче говоря, если любой из этих драйверов ставишь, то возникает проблема вот такая, что начинает все дело зависать. В общем, смысла в этих драйверах нет. Поэтому нашел такой вариант поставить драйвера версии 17. Ой, 15.7.1 для Windows. Сейчас я установлю и покажу, что драйвер в системе отображается и все прекрасно работает. Установка драйверов прошла успешно. Нажимаем готово. Ну вот мы видим, так, требовал перезагрузку. Вот мы видим, что драйвер Radeon HD 8200 Ti Series установлен. Сейчас сделаем немножко, свернем, и вот смотрите, как бы мышка не зависает. Все прекрасно работает, все замечательно. Сейчас сделаем перезагрузку, и на этом у меня все. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.